Открытие второй посылочки с айфоном от Лили из Канады. По этическим соображениям, как она упаковывает айфоны. Секретным способом показывать я не буду. Покажу только, когда, собственно, до самого айфона доберемся. Еще одна коробочка. Вскрытие, собственно говоря, которое мы сейчас и посмотрим. Леново лиц, знакомые всем, Олимпиада Канада Калгари. В далеком 86-м году. Ну, кто родился что-то в то время. Тут еще одна матрешка, которой, как хочется верить, находится еще один iPhone 5. Так, здесь у нас нужен нам кабель. Lightning USB кабель. И еще одна волшебная целлофановая штука. Распаковываем ее. Опять распаковываем ее. Как бы так распаковать, чтобы коробочку не повредить. Распаковываем. Она вообще не распаковывает. И вуаля. Внутри еще один iPhone 5. Бум-бум. На сей раз 16 гигабайт черного цвета. Распаковку которого мы опять-таки увидим чуть позже. Спасибо за внимание.